25 декабря в Сиверском доме культуры поздравили воспитанников замещающих семей. Для ребят подготовили театрализованное представление «Новогоднее приключение». Это спектакль по мотивам знаменитого советского мультфильма «Летучий корабль». Ребята смогли не только посмотреть, но и напрямую поучаствовать в представлении, выполняя разные задания вместе с главными героями сказки. Маленькие зрители получили заряд отличного новогоднего настроения, а также сладкие подарки от администрации района.